сказать. Все, все успокоились? Все сейчас тырей получат. Зай, сюда. Родя. И комара тогда будет со мной. Все, все, моя хорошая. Представь, комарик. Залажу я в комментарии, которые называются «Есть в Ютубе». Послушай меня внимательно только, хорошо? Есть в Ютубе такое «Без моего ответа на другие комментарии». Залажу вчера, дурочка, на свою голову, ночью, в комментарии. Ред, давай к маме сюда ближе. Залажу, давай к маме, буду же рассказывать вам. Залажу я в комментарии, а в комментариях пишут, боже мой, что мы хохлы, что мы нацики. Причем одна у меня подписчица там, которая постоянно, она постоянно спрашивала, как помочь ее собаке там в разных ситуациях. То она у нее писает на диван, то она у нее кушает не так, то у нее летит шерсть. И я всегда отвечала на комментарии. Представь, дайте я расскажу, зай. Я всегда отвечала на комментарии, как корректировать немножко поведение собаки, да, как заставить ее слушать, как сделать так, представляешь? Да, ты хоть внимательно меня слушаешь, ты молодец. Лежи, ты лежишь. Вот, как, короче, я помогала ей всем. И тут она мне пишет, вы типа нормальная, только хохлов и зелю надо гнать с Украины. Я говорю, вы в своем уме вообще? Отпишитесь от меня со своей позицией. Я живу в этой стране, я люблю эту страну, мне другая страна тут нафиг не нужна. Я никого здесь не жду, она у нас хорошо, говорю, да живите в своей стране. Чего же вы лезете грязными своими ботинками в мою страну, да, где я живу, где меня все устраивает, где мне нравится жить, где мне нравится это же Зеленский. Я не знаю, как тут сейчас начнут комментировать, кто как к нему относится, моя позиция такова. Короче... Я злилась всю ночь, я реально всю ночь не спала, думаю, боже, я это пишу, имейте совесть, отпишитесь от меня, она, я не хочу, потому что вы мне подсказываете по собаке, поэтому я не хочу отписываться, думаю, бляха-муха, что за наглость-то такая, представляешь, зай, значит, я ей помогала, она с соседней страны, а она парафинит, и она такая, мы там придем, всех выгоним, короче, а вообще, самое смешное, у нее такая вот, корона на аватарке на голове. Я говорю, слушайте, говорю, у меня ваша корона с самого начала, когда вы подписались на меня, она меня смутила. То есть корона, я себе корону не одеваю. И она такая, это еще случилось до войны. В общем, я психанула, блоканула ее. Потом же думаю, лучше бы я сохранила. Почему я все это делаю? Сохраняю видео эти, вот сейчас, чтобы помнили. Чтобы не рассказывали мне потом, как все любили и как все там переживали за нас. Не может быть такое, я живу в Украине. Если ракеты летят, они летят. Они летят по всей территории Украины. И не может быть такого, что там, боже мой, выборочно. И где нацики? Что такое нацики? Так, ты хохляцкая собака. Ты хохляцкая? Сказала мне хорошо, да? Мне с хохлами скажи хорошо, да? Мама любит сало, мама любит борщ. Мама любит чеснок, цибулю, картоплю. Мама, ты правильно скажи, людина? Корми нас хорошо. И зачем мне тут что-то другое? Я понять не могу. Вы что вообще? А потом, короче, я злилась до самого утра. Реально. Я сегодня не выспалась совсем. Я на работе думала об этом. А потом думаю, слушай, Марин, остановись. Нам посылают таких людей в нашей жизни, да, и все ситуации, чтобы мы понимали, что так делать нельзя. И я сама себе сказала, Марина, остановись, потому что вот этим ты ничего не докажешь. У них только ротяка вот такая открыта, да, там выписывать комментарии, а так они слепы, глухи, но не немы. Лучше бы Господь Бог забрал вот таких языки и телефоны, правда. Я молчу уже за эти комментарии, которые пишутся с ошибками. Я училась хорошо в школе, и вот эти комментарии с ошибками, да мне тошнит их читать, когда они там пишут, о, наша там страна, там куча ошибок орфографических, это просто какой-то ветер. Я с этим смирялась, но я же говорю, я для себя сделала вывод, что мне нужно остановиться. По поводу блочить, не могу я этих идиотов блочить, потому что есть у моего папы YouTube-канал, мне надо контролировать, чтобы моему отцу там не начали насыпать говна, которые они любят писать, да, я контролирую все комментарии, я читаю все. Короче, я в шоке. Моя держава то Украина, якщо кому не нравится, згиньте звідси,
Немає вам тут що робити своїми грязними, брудними язиками і ногами. По крайній мірі, в мене на каналі. Згиньте. Я стараюся жити позитивно, без цього, бо я стану така ж сама з вами, як і ви. От, такі. Да, зайка? Начну собак на цепі закривати, в вольєрах отам мені писали. Собаки в домі нельзя, в домі три собаки в домі, що далі? Це мої собаки, це мій дом. І що хочу, то і роблю. Вони не сидять на цепі, вони в мене живуть краще, ніж люди. Отам от, в сусідній країні. Да і у нашій є такі, що живуть хуже, ніж мої собаки. І таке є в кожній країні. Коротше, згиньте самі і не нервіруйте мене. Я буду закидувати жалобами на YouTube. Я просто вам перекрою кислород в YouTube. От і все. І я відповідати більше не збираюсь. Так що, хоча була б жива моя бабушка б на то відреагувала. Боже, люди, гвалт, вона обычно казала. Нацики, я говорю. У мене папа розмовляє на українському язикі. Що далі? Нацики ви, хірацики, блін. Ті, які там кричать, тільки русский язик, ви хто? Самі собі відповідь дайте. Ви хоч задумайтесь своїм язиком. Тільки русский, все там, запад. Боже, я такого читала, що мені плохо стало. Короче, нормальним людям вітання з України, ку-ку я тут, нормальним людям вітання з України, то є моя держава, ненормальним, геть з мого каналу, геть, щоб я і не бачила тут нікого, геть.